Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1276. И нам нужно выполнить действие и выполним пункты А и Б. И пункт А минус 13,6 умножить на минус 7,2 плюс 313,2 деленное на 8,7. Давайте расставим порядок действий. Выполним действие. То есть найдем значение данного выражения по действию. И первое действие у нас деление, второе сложение. И третье действие будет умножение. И первое действие 313,2. Делим на 8,7. Переносим запятую в делителе на один знак, и значит делимым на один знак. Перенесли вправо. Теперь 3132 делим на 87 и начинаем делить числа 313. И берем по 3. 3 на 7 – 21, 1 пишем 2 в уме, 3 на 8 – 24 и 2 в уме – 26. Вычитаем. 3 минус 1 – 2, 1 минус 6 не вычесть, у тройки занимаем 11 минус 6 – 5. У тройки заняли двойка, осталось 2 минус 2 – 0. И двойку сносим. 522 делим на 87 и берем по 6. 6 на 2, на 7 – 42, 2 пишем 4 в уме. 6 на 8 – 48 и 4 в уме – 52. 522 минус 522 – 0. 36 получили в первом действии. Второе действие – минус 7,2 плюс 36. Сложение чисел с разными знаками из большего модуля. Вычитаем меньший модуль и перед результатом ставим знак большего модуля. Больший модуль имеет знак плюс, это число 36, поэтому положительный результат у нас получится. Теперь из 36 вычитаем 7,2. Обязательно целая часть по целой, запятая под запятой, дробная по дробной. Дробная часть у числа 36 – это 0. Вот его допишем. 0 минус 2 не вычесть, у шестерки занимаем. Но 10 минус 2 – 8, запятую сносим. У шестерки заняли, пятерка осталась. У тройки занимаем 15, минус 7 – 8. У тройки заняли, двойка осталась. Ее сносим. Получаем 28,8. И теперь третье действие. Минус 13,6 нужно умножить на 28,8. Во-первых, отрицательное число умножается на положительное. Отрицательное число мы получим. Теперь 13,6 умножим на 28,8. И 8 сначала на 136 умножаем. 8 на 6 – 48. 8 пишем, 4 в уме. 8 на 3 – 24, 4 в уме – 28. 8 пишем, 2 в уме – 8 на 1. 8 и 2 в уме – 10. Опять 8 на 136 умножаем, опять получаем 1088. И теперь 2 на 136, 2 на 6, 12, 2 пишем, 1 в уме. 2 на 3, 6 и 1 в уме, 7 и 2 на 1, 2. И складываем. Восьмерку сносим, 8 и 8, 16, 6 пишем, 1 в уме. 0, 8, 2, 10 будет, и 1 в уме, 11, 1 пишем, 1 в уме. 1, 7 это будет 8, и 1 в уме 9, 1 и 2, 3. И теперь два знака запятой нужно отделить получившимся произведением, потому что один знак был в первом множителе и один знак во втором множителе. Значит, всего у нас два знака в произведении. Получаем минус 391,68. Пункт Б. Минус 16,3 умножить на минус 8,7.
0,3 плюс 212,8 деленное на 7,6. Аналогично пункту А, первое действие, второе и третье. И первое действие деления 212,8 разделим на 7,6. Запятую в делителе на один знак, и значит в делимом на один знак. Начинаем делить с числа 212. 212 делим на 76 и берем по 2. 2 на 6, 12, 2 пишем 1 в уме, 2 на 7, 14, 1 в уме. 15, 212 минус 150, 2 будет 60, и восьмерку сносим. И берем теперь по 8, 8 на 6, 48, 8 пишем 4 в уме, 8 на 7, 56, и 4 в уме 60, 608 минус 608. 0, 28 получили в первом действии. Второе действие минус 8,3 плюс 28. Сложение чисел с разными знаками. Перед получившимся результатом нужно будет поставить знак того числа, у которого больше модуль. У числа 28 больше модуль, поэтому положительное число мы в итоге получим. Теперь из большего модуля вычитаем меньший модуль. И обязательная целая часть по целой, дробная по дробной. У числа 28 нет дробной части, поэтому можно поставить запятую и дописать 0. 0 минус 3 не вычесть, у восьмерки занимаем 10 минус 3, 7 и запятую сносим. У восьмерки заняли, семерка осталась, а 7 минус 8 не вычесть, у двойки занимаем 17 минус 8, будет 9, у двойки заняли, единица осталась, ее и сносим. Получаем 19,7. Со знаком плюс. И третье, последнее действие, минус 16,3 умножаем на 19,7. Минус у нас получится получившееся произведение, потому что отрицательное число умножается на положительное. И теперь перемножаем модули. 16,3 умножить на 19,7. Семерку умножаем на 163, 7 на 3, 21, 1 пишем, 2 в уме, 7 на 6, 42, и 2 в уме, 44, 4 пишем, 4 в уме, 7 на 1, 7, и 4 в уме, 11, 9 на 163 умножаем, 9 на 3, 27, 7 пишем, 2 в уме, 9 на 6, 54, 2 в уме, 56, 6 пишем, 5 в уме, 9 на 1, 9 и 5 в уме, 14, единицу умножаем на 163, будет 163 и складываем. Единицу сносим, 4 и 7, 11, 1 пишем, 1 в уме, 1 и 6, 7 и 3, 10, и 1 в уме, 11, 1 пишем, 1 в уме, 1 и 4 это 5, плюс 6, 11, и 1 в уме, 12, 2 пишем, 1 в уме, 1, 1, 1 в уме, это будет 3, и 2 знака нужно отделить запятой, и получаем минус 321,11. И это ответ ко всему пункту Б. Минус 321,11. И выполнили 1276 задание под пунктами А и Б. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.